Уважаемые коллеги, дамы, господа, учителя немецкого и английского языков, друзья! С вами Надежда Блуст. Сегодня третий день нашего небольшого тренинга, в котором мы делимся опытом. Мы стараемся, чтобы это было интерактивно, и сегодня тоже будет пара интерактивных, интересных заданий, как, например, вчера мы рисовали с вами и выявляли креативность. Сегодня речь пойдет о рекламе услуг, о том, как учителю иностранного языка, который преподает в режиме онлайн, себя предоставить, себя представить. Скажите, какое у вас сегодня настроение? Напишите, пожалуйста. Хотя сегодня тоже очень жарко, у нас 29, и тем не менее, у меня прекрасное настроение всегда, когда я могу поговорить с такими уважаемыми коллегами из разных городов. Напишите теперь, какое у вас, как называется ваш город? Как называется ваш город, пожалуйста? Омск, Воронеж, Киров, Полоцк. Дальше Обнинск. Здравствуйте, Елена. Я пришлю обязательно, что я обещала. Киров, Минск, Беларусь. И Татьяна сегодня здесь. Хорошо. Истра Московской области. Очень приятно. И старые дороги. А, это ваша презентация была такая красивая. Хорошо, Светлана. Молодцы. Итак, нас 14 человек. Мы делимся Шарья. Это где-то Свердловской области, да, Ирина? Итак, спасибо вам за ответ. Мы сейчас двигаемся дальше, потому что у нас очень много материала, мы хотим с вами обсудить, и я хочу поделиться с вами своим опытом. А, Костромская, правильно, Костромская область. Хорошо. Я тут живу и стараюсь, конечно, быть в курсе всех событий, что происходит у нас в России, и смотреть за изменением программ, и слежу за всеми вебинарами издательство просвещения и других, конечно же, и мне очень нравится сравнивать это, как движется учитель в России и как развиваются здесь учителя в Европе, да? Это я могу сравнить с полной уверенностью, потому что каждый день я иногда разговариваю с 5, а то и 7 странами различными. Хорошо? Давайте вспомним, о чем мы говорили. Хорошо, поговорим. О чем мы говорили и на прошлых занятиях, вот мы видим, мы с вами провели опрос, я уже не рассказываю о себе, хотя я видела 3 коллеги впервые пришли к нам на вебинар, поэтому я кратко скажу, я сертифицированный тренер онлайн, преподаватель немецкого и русского как иностранный, нахожусь я сейчас во Франции, здесь я живу, а родом я из под Петербурга, и мои компетенции это преподавание онлайн. Для этого я очень много училась в течение 10 лет и пытаюсь вот сейчас вам рассказать кратко о своем опыте. Чем же мы занимались в первый день? В первый день мы смотрели о том, какие цели, мотивации у преподавателя. Мы рассматривали некоторые платформы, какие бывают бесплатные или платные. Далее мы занимались также на второй день, как я сказала, мы говорили о контенте для урока онлайн. Далее мы занимались и посмотрели, какие существуют веб-сервисы, и коснулись только 2 или 3 из них, потому что интернет-пространство наполнено сейчас различными сервисами для преподавателя. Представляете, вот раньше об этом даже и подумать нельзя было, да, о том, что существует сейчас. Буквально в 2008 году, когда я еще проходила, например, курсы в Гёте-институте, мы делали тогда упражнение Hot Potatoes, да? А теперь это забытый век, да? И сегодня у нас осталась тоже очень интересная тема реклама и маркетинг для преподавателя, платформы, которые существуют, где себя представить, да? Как найти ученика, как себя подать в интернете и, конечно, о цене вопроса. Но сначала я хотела бы спросить про домашнее задание.
кто сделал домашнее задание? И я хочу вас похвалить. Дело в том, что домашнее задание было проверкой на вашу прочность. Что это такое? Ну, конечно, вы скажете, у меня не было времени, у меня семья, у меня жара. И тем не менее, некоторые коллеги нашли время и создали небольшую презентацию, а надо было создать один слайд в совместной презентации. Это мы делаем очень часто. В нашей команде сообщества учителей иностранного немецкого языка мы создаем такие презентации очень часто. Хорошо, Ирина это прекрасно умеет делать, поэтому мы бы и хотели увидеть ваше искусство и чтобы вы поделились, например, как Светлана, да, из города Старые Дороги, или как вот другая коллега, которая забыла сказать свое имя, это, наверное, Ирина, да, которая живет в хорошей местности Свеча, хорошо, или как Елена Гюнтер, которая живет, училась в Калуге и живет под Обнинском, если я не ошибаюсь. Да? Хорошо. И я считаю, что вы или Анна из Борисова, да, они поделились своей компетенцией и просто для того, чтобы совместно что-то сделать. Я всегда обожаю видеть, как возникает совместный продукт. Да, спасибо вам огромное. Вы молодцы. А где у нас аплодисменты для коллег? Мы нажмем на вот эту фигурку с поднятой рукой, и у него есть аплодисменты. Правильно. Светлан, нет, не руку надо поднять, а аплодисменты найти. Нет, рука – это когда хочу сказать слово. А внизу, посмотрите, там аплодисменты. Нашли? Молодец. Ирина тоже найдет. Хорошо. Все, убираем аплодисменты. Это язык онлайн-общения. Да? Вы же привыкли ставить везде смайлики. Я вот наблюдаю за многими, кто пишет статьи или в рассылках. Я, например, не успеваю так ставить много смайликов. Вы молодцы, и вам огромное спасибо. Ну а сейчас, как вы уже знаете, это у нас что? Прорыв, как многие сказали, или небольшое упражнение для разрядки. И сегодня я приготовила его на русском языке для того, чтобы показать вам, что любой онлайн-урок может начинаться с небольшого, это не тренинг, это разминка, да, это может быть картинка, как у нас была, это может быть аудио и сопровождение с рисованием, то есть понимание услышанного. Сейчас я вам задам загадку и прошу вас догадаться, что же написано в этом слове. И вы все догадываетесь? Пока никто не придумал. Светлана? Ну вот, видите, Светлана отгадала. Молодец. И Наталья отгадала. Кто еще? Да. И смотрите, такие небольшие задания мы можем с вами делать, конечно, и на немецком или английском языке, для того, чтобы мотивировать наших ребят. Хорошо? Ну что ж, следуем дальше, потому что у нас с вами большая программа. Мы говорим с вами, где нам найти новых учеников. Ведь накануне сейчас нового учебного года мы должны подумать о том, как мы приведем свой класс в порядок, как мы приведем себя. Я себя всегда вспоминаю, как было здорово идти в школу и как мои ученики с радостью меня встречали. И до сих пор иногда пишут старые ученики, но уже в режиме онлайн, как было здорово, да? Далее, важно также понять нам, вам, каждому из вас, понять, будете ли вы работать в этой области частично, то есть в школе пару часов и остальное время вы можете преподавать для того, чтобы заработать небольшой финансовый поток, чтобы был отдельно. Далее,
Мы поговорим о том, как себя представить через видео, о том, на какую платформу поставить свое резюме или свой видео, и также подумаем о том, как правильно или для чего собирать отзывы от своих учеников. Ну и, конечно, это постоянное самосовершенствование, потому что сейчас, в век цифровой, я просто не представляю себе ни дня без учебы или познания чего-то нового. Вот поэтому в нашем сообществе преподавателей немецкого языка как иностранного, куда я вот видела, вы, Евгений, подали заявку или Наталья, нет проблем. Вы все будете приняты, только вы не читали правила. В правилах написано, чтобы быть членом международного сообщества, нужно себя представить. А вот как представить, мы поговорим сегодня. Что важно для этого? Итак, помните, какой был первый вопрос? Первый вопрос первого дня было: а кто мой клиент? Клиент – это наш ученик. Значит, мы подумали о том, как мы его представим, и от этого будет исходить наша программа составления контента. Мой идеальный ученик, например, если это дети, или это может быть студенты, или мама с детьми, или взрослые, которым нужен деловой английский или немецкий, да? Нам же надо, предположим, у нас есть эти ученики, да, молодежь. Но ведь это совершенно другая поколение X и поколение Y, да, как говорят сейчас. У нас есть с вами продукт, разработанный, например, конверсационный программ для, вот, например, состоящий из 10 часов на уровне B1 для этого студента. Ну а дальше что? А как предложить это, где это предложить? Я предлагаю вместе подумать об этом. И теперь у меня к вам вопрос. А что надо сделать, чтобы вас находили ученики? Давайте напишем пару слов. Что вы делаете, чтобы ваши ученики вас находили? Давайте вместе подумаем и напишем. Совершенно верно, Анастасия говорит, надо правильно развивать свою страницу в социальных сетях, надо вести блог, надо размещать объявления платные и бесплатные, и надо идти туда, где сидят наши ученики. Вот видите, вы все прекрасно знаете. Это правильно. Только давайте об этом подумаем вместе. И еще раз хочу сказать, я ни в коем случае не хочу сказать, что я перфект где-то себя представила или создала свое видео. У меня тоже бывают ошибки, я их пытаюсь исправить. Я такой же человек, как и вы, то есть я делаю часто ошибки, но мне на них указывают, я их исправляю, иногда обижаюсь, это совершенно нормально. И поэтому я хочу сказать, что мы должны учиться вместе. Правильно, можно делать рекламу, говорит Анна. Итак, правильно Евгений сказал, что социальные сети могут являться сейчас прекрасной рекламой для вашего продвижения, да? И мы знаем с вами, что в одном ВКонтакте 97 миллионов, как я недавно услышала из статистики эту цифру. Как вы думаете, кого больше? Учеников, которые ищут решение своей проблемы или учителей? Конечно же, предваряю ваш ответ, учеников. Согласитесь? В Одноклассниках я заметила, что там больше, вот когда я, например, искала свою целевую аудиторию, ее еще называют аватаром, да, вот эта целевая аудитория, например, русские немцы, которых мы, учителя немецкого языка, можем подготовить правильно к сдаче экзамена. Они сидят в Одноклассниках. ВКонтакте больше находится молодежь от 17, наверное, даже и моложе, но вот, например, в моей области это от 24 до 35 лет. Самая большая сеть. И немного в ней дороже реклама, чем
ВКонтакте – это Facebook. И Facebook, вы знаете, уже более миллиарда. Миллиард это был… Да, миллиард, да. Да, это было еще год или два назад. И здесь у нас больше публика взрослая, то есть это не 17-летние подростки, это уже студенты. И большинство из них, ну, я так смею утверждать, учатся за рубежом. И, конечно, весь мир, молодежь находится в Фейсбуке. В Инстаграм сейчас новые веяния – это сторис и так, не лента, а как она называется, где маленькие видео. Видео, если у вас больше, много подписчиков, то можно делать видео до 10 минут, да, и у тех, кто является партнерами Instagram, то можно уже делать час. И я часто наблюдаю за теми, у кого большая база подписчиков, как они выступают, как они делают рекламу своему продукту. И поверьте мне, учителей немецкого или английского языков там тоже много, но нужно всегда продвинуть или понять свою целевую аудиторию и понять, что необходимо тому клиенту или ученику и решить его боли. Да? Многие сейчас совмещают, например, Инстаграм плюс Телеграм. И в Телеграме, как вот я недавно буквально наблюдала, ведется трансляция, возможно, даже в Инстаграме, и она говорит, а сейчас я буду смотреть, что вы пишете. То есть в Телеграме можно тоже организовать свою группу. И у нас, вот я не включила WhatsApp, например, у нас выступали коллеги даже из Африки, как они создают группы, закрытые группы в WhatsApp. Да? Это тоже очень-очень интересно. Итак, но самое важное, коллеги, то, что наши ученики-то ищут не учителя, они не ищут нас. Они ищут решение своей проблемы. Согласна? И поэтому мы, которые решаем эту проблему, да, когда мы себя хотим представить, то мы должны себя чем-то, как-то себя отличить от друга, да? Мы должны, например, написать историю о себе. Вот как я в первый день рассказывала, как мой папа привел меня, вот Елена не даст соврать, мы вчера общались, в пионерский лагерь «Орленок», где я познакомилась с немецкими школьниками и решила, что я свяжу свою профессию с немецким языком. Да? Или вы встретили учителя, и об этом тоже можно написать историю, как вы пришли в профессию. Ну, обязательно, и вы это тоже знаете, нужно качественное фото или видео на сайте. Я вам покажу сегодня примеры, и вы поймете, что на это надо обратить тоже большое внимание. И хотя, я возвращаюсь к словам, что клиент не ищет вас, а он ищет решение своей проблемы, как попасть в немецкий университет, тем не менее, он посмотрит на ваше портфолио и скажет, ага, вот эта коллега училась уже в этом немецком университете, в который я хочу. Да? Вот ко мне попала недавно девочка, которая хочет учиться в Мюнхенском университете по туризму, да, на программе мастер. И я ей сказала, пожалуйста, я там училась, и я знаю, как туда попасть и как пройти там обучение. Дальше мы рекламируем себя и ставим фото с реальных уроков. Да? Не забывайте делать скриншоты. Ну и всегда можно попросить учащихся дать, иногда во многих компаниях даже просят это администраторы, да, это вы прекрасно знаете, чтобы ученики оставили видео свое об этом учителе. Например, можно предложить, я тебя еще дополнительно час подготовлю, если ты оставишь мне отзыв. Но это надо аккуратно, конечно, сказать, чтобы не надоедать и. А вот у кого из вас есть отдельная страница, да, я считаю, что это лучше, чем когда существует отдельная страница, нежели чем в нашем ВКонтакте, где вот вы сказали тоже, что очень хорошо стоит булочки или розыгрыши других сайтов. Например, я видела и постельное белье, и платье.
да? И если ваш ученик ищет решение своей проблемы, и он нашел закрепленную запись на вашем посту, то он, естественно, посмотрит вниз. И вы также знаете, что многие работодатели, первое, что они делают, они смотрят на сайт в соцсети. Поэтому обратите внимание на это. Ну вот один пример, это Мария Добро. Она сейчас стала очень популярной в сети. Она ведет, это русская немка, которая давно живет, или, ну да, наверное, переехавшая в Германию. И ее сайт вот сейчас многие рекомендуют, потому что она организовала все правильно. И эти преподаватели, которые стали очень известны только благодаря своей деятельности в интернет, они сейчас встречаются в разных странах, они ведут уроки, я знаю многих, и многими общалась, и вижу их уровень развития. Например, у нас 7 лет назад, да, где-то 7 лет назад, в 2011 году выступал американец Артрим, да, у него была страничка на 100 человек в YouTube. Теперь у него до 60 тысяч. За это время у него родилась дочка. Он у нас проводил вебинар в нашем сообществе. И знаете, я вижу, как человек развивается, как самосовершенствуется. И это благодаря только тому, что он постоянно этим занимается. Наверное, вы слышали, чтобы стать мастером своего дела, нужно посвятить этому 10 тысяч часов. Это много. Но если возьмем наш день и то, что мы вот 8 часов, например, проводим в школе, в университете или на работе, вот сосчитайте свой вклад в свой труд, и, возможно, может быть, у вас тоже будет уже 10 тысяч часов. Хорошо? Или вот как я это сделала, у меня нет своей страницы, у меня есть наш блог. Я привыкла думать всегда, так меня научил папа, коммунистическими мерками. Я все время говорю «наши и мы». И поэтому мы с коллегами вот в нашей группе, хотя я это делала одна, мне помогали пару коллег, но потом пришло время, когда, например, Андрея родила ребенка, Барбара стала заниматься больше видео, да, ну и вот Элька, например, осталась, и Элька всегда в любой момент приходит на помощь, если мне нужна, например, помощь коллеги, да. Я считаю, что мы с вами, если мы не будем работать в одной команде, помогать друг другу, то мы никогда не достигнем высот. Да? Невозможно сейчас, век этот цифровой, знать все. Согласитесь? Если вы со мной согласны, поставьте цифру 2. Я благодарю вас, и мы с вами продолжаем. Потом я подумала, а почему бы нельзя сделать группу в Фейсбуке, и открыла в ней три группы, в которых сейчас уже 30 тысяч человек в общей сложности, Deutsch via Skype или Deutsch Lernen, и туда наполняем материалом, например, видео мы изготовляем в нашей группе Deutsch Global, или с моими коллегами из сетевого сообщества делаем видео, да, я как раз могу туда послать. То есть стараться надо продумать, когда вы сказали в социальных сетях, то не забывать их, потому что клиенты, которые ищут эту проблему, решение своей проблемы, уходят. Согласны? Так, ждем. Татьяна пишет, наверное, вопрос. И двигаемся постепенно дальше. Я хочу сказать, что чтобы стать профессионалами своего дела, я не устану это повторять. Нужно постоянно самосовершенствоваться. Вот, например, на этой неделе я сейчас нахожусь на трех курсах. Один курс мы проходим, как делать правильно продвигать маркетинг. Далее, скриншот из... А, вот ваш вопрос у Татьяны. Скриншот из Фейсбука. Да, голубой скриншот это мои ученики, ну, в кавычках, конечно, это большинство из них из Марокко, из Египта, из Турции, ученики, так называемые, да, и мой блог, у меня сайта специального нет. Хорошо? Так,
Переходим к теме, как мы становимся профессионалами своего дела. Что мы делаем? Для того, чтобы представить себя, а накануне новый учебный год, мы рассмотрим некоторые платформы. Опять же, я взяла только 3-4 и пригласила для вас коллег, которые поделятся своим опытом. Итак, мы регистрируемся на платформе. Или мы оформили, как вот я сказала, свой сайт, группу в Одноклассниках. И поверьте мне, сделайте отдельную группу, а не ту, в которой плюшки и репосты, да, репосты других, да, чтобы это не отвлекало внимание. Я как раз попробовала это сделать и организовала закрытую группу только для себя. Вам скажу, что там я тренируюсь, я проверяю, как можно это сделать, как это будет выглядеть. Создайте отдельную закрытую группу, куда вы впустите только своего верного друга, с которым будете проверять, как это идет. Как идет ваше видео, лайв-контакт или опрос, как будет выглядеть, да? Все это можно посмотреть заранее. Дальше мы собираем постепенно, вот перед началом учебного года, посмотрите и сделайте хорошее видео о себе. Напишите вашу историю, опишите ваш продукт. Вы преподаете русский как иностранный или немецкий как иностранный. Вот это моя фишка, например, уровень А2, и я готовлю к языковому тесту. И вашу историю, почему вы это сделали, или и продумайте, пожалуйста, время для урока и, конечно, оплату вашего часа. Некоторые сейчас создают для продажи своих часов или для продажи представления себя лендинг-пейдж, да? Это посадочная страница в интернете, и наиболее распространенные это сейчас Tilda и платформ LP. Да? Там можно платить по месяцу, можно заказать это, можно купить в районе 4000 рублей, и у вас будет профессиональная страница, где вы представляете свои услуги, чтобы не отвлекать внимание ВКонтакте, где у вас уже давно выложены все фото, как вы купаетесь, как вы с внуками или с детишками. Да? Это тоже очень хорошо, но вот я считаю, что если профессионально выступать, то это должно быть отдельно. Или создаем блог, да? Или можно закончить курс «Учитель онлайн», в котором учились некоторые коллеги, и про которые я расскажу чуть попозже. Наверное, вам знакомо, я привожу пример компании Distutor. В этой компании я уже с 2008 года, наверное, одна из старейших. Там очень было много изменений, очень много менялся состав. В первые годы нас даже учили работать в Moodle. Я как сейчас помню, Оксана была такая, она обучала нас работать там. Но коллеги, которые пришли тогда, в самом начале, вот из Харькова, учитель английского языка, профессор Нина, сейчас вылетела из головы фамилия, мы до сих пор дружим, до сих пор поддерживаем отношения. И там я поставила свой профиль, там необходимо платить за предоставленных учеников, найденных для вас, которые ищут решение своей проблемы, конечно же, нужно за это платить. Сначала это было один урок, потом за два урока, потом должна была быть определенная сумма на счету, вот у меня там осталось 415 рублей, да, вот. Потом во многих компаниях смотрят на ваш рейтинг, да, и они собирают прям целенаправленно, они звонят этому клиенту и спрашивают, как была вам ваш преподаватель. Согласны? Так, голос пропадает. Все ли хорошо слышно остальным? Пожалуйста, плюс или минус? Я стараюсь говорить медленно, не спешить. Так. Сейчас тоже. Понятно.
Я буду медленнее. Хорошо. Спасибо. Спасибо за обратную связь. Такое бывает. Не все компьютеры выдерживают 30-градусную жару. Согласна с вами. Но в записи все будет прекрасно. Все будет хорошо. Я буду помедленнее. Хорошо? Итак, давайте тогда сменим нашу тематику. И сейчас на несколько минут я отдам микрофон моей коллеге Наталье Мельто, которая расскажет о своем опыте. Для этого Наталье я дам микрофон. Подожди, ты его выключила? Добрый день, меня слышно? Добрый день, дорогие коллеги. Я хотела бы с вами поделиться своим опытом. Так я стала, ну, не побоюсь сказать, профессиональным учителем онлайн немецкого языка. В прошлом году, осенью прошлого года, мне повезло Погромче, принять пожалуйста. участие Погромче, в да. курсах, которые организует Надежда. Курсы длились примерно 2 месяца, если я не ошибаюсь. Что мне очень понравилось, в первую очередь, что мне очень понравилось на этих курсах, то что мы не только получали какую-то информацию от Надежды, а мы делились опытом друг с Ближе к другом. микрофону. Мы помогали Ближе. друг другу выполнять упражнения, мы помогали друг другу составлять уроки. Мы просто общались. Значит, во время курсов Надежда показала то множество платформ и сайтов, где... Так, слышно? Да, сейчас хорошо, но Слышно? только иногда отходит тоже голос. Давай. Да, потому что я через мобильный телефон разговариваю. Значит, во время курсов Надежда нам показала то множество возможностей, платформ, где мы можем создавать интерактивные упражнения. И все понимают, что интерактивные упражнения очень заинтересовывают студентов, особенно если это дети. Также во время курсов мы изучили, даже не знаю, как это сказать, платформы, через которые мы можем вести уроки. То есть это может быть не Skype. Не знаю, как у кого, у меня, например, Skype очень часто подвисает, и это выступает очень большой проблемой. На данный момент Надежда посоветовала мне вести уроки через Zoom. Его устанавливаешь на компьютер, и эта программа дает уникальные возможности, просто супер-пупер возможности работать с учениками. Я записала небольшой отрывок урока, и потом я Надежде дам ссылку, она забросит сюда, либо к нам сюда на платформу вебинар, или в группу Ну или в выложит. группу, да. Да, кусочек урока уровня B2 на платформе Zoom. Там ученик, сидя за своим компьютером, он работает на моем компьютере. То есть не нужно объяснять, а нажми туда, а сделай это, а посмотри вон там, я демонстрирую свой экран, я даю ему право, он пишет, рисует, соединяет. Это очень удобно. То есть я все готовлю к уроку, создаю онлайн-упражнения, и мы работаем. В принципе, если коллеги, которые собираются в дальнейшем связать свою будущую жизнь и карьеру с онлайн-преподаванием, я думаю, что вы не пожалеете, если вы посетите курсы Надежды. Надежда, я все. Спасибо. Ну, ты меня расхвалил. Я думала, ты расскажешь о своем опыте. Спасибо. Все, выключаем видео. Спасибо, Наталья. Надеюсь, голос мой слышен. Да, и мы продолжаем. Так, аудио у Натальи мы выключаем. Вы знаете, не очень важно даже наличие знания различных платформ. Важно
этот тренинг и навык постоянная тренировка. Да? Вот смотрите, у нас все было хорошо до этого, и вдруг звук не работает. Значит, нужно продумать мне, как онлайн-преподавателю, на какой платформе я перескочу. Я должна знать, где можно работать вдвоем, а где можно втроем. И если на Zoom я могу только 40 минут, если нас трое или до 50 человек, то я знаю, на какой платформе я могу работать больше часа. Понимаете? И важнее всего это тренинг. Тренинг. И спасибо тебе, Наталья. Наталья очень-очень квалифицированный преподаватель. И сейчас, после того, как она окончила мои курсы, она может спокойно преподавать в международной группе, то есть где иностранные студенты и, скажем, уровень А2. Да? Вот поэтому спасибо еще раз, Наталья, тебе, да? А теперь я считаю, что лучше все-таки один раз увидеть и услышать. И Юлия, которая тоже закончила наш курс, она расскажет и поделится своим опытом. Хорошо? Я передаю микрофон Юлии и попробую выключить свой. Здравствуйте, дорогие друзья. Пожалуйста, поставьте плюсик, если вы меня слышите. Ура! Все отлично. А теперь подключим видео. И что-то произошло. Вот видите, так тоже бывает. Так, и я как преподаватель ищу снова нашего модератора в списке. Значит, что может произойти? Например, выбрасывает компьютер, да? Вот сейчас я даю снова права, и она снова берет свой микрофон. Пожалуйста, Юлия. Не забываем видео подключить. Да, да. Микрофон. Итак, после университета я пришла работать учителем в школу, 13 лет проработала в языковой гимназии, затем 5 лет работала учителем немецкого языка в школе вальдорфской педагогики. И на одном семинаре для вальдорфских учителей одна из моих коллег рассказала мне о платформе, о которой я к тому моменту не слышала ни разу, Italki. Она мне сказала: «Юля, это замечательная возможность подзаработать, но и вообще попробовать себя в сфере онлайн. Для того, чтобы познакомиться с этой платформой, надо на ней зарегистрироваться и нажать кнопку «Стать преподавателем». Я нажала на эту кнопку и считаю, что с того момента жизнь моя перешла на новый этап и радикально изменилась. Итак, на этой платформе, на платформе Italki можно зарегистрироваться как профессиональный преподаватель, и для этого нужно предоставить туда копии своих документов, языковые сертификаты, которые у вас есть, написать о себе кратко, загрузить свое видео и так далее. Можно же зарекомендовать себя как репетитор сообщества, и тогда никаких документов от вас не потребуется, но, как правило, репетиторами регистрируются носители языка. В чем принципиальная разница? Для нас в цене. Естественно, работа профессионального преподавателя оплачивается больше, иногда в разы больше, чем работа репетитора. Потому что профессиональный преподаватель владеет методикой, знает, как подготовить к тому или иному экзамену, знает, как объяснить какие-то грамматические сложности, чем, собственно говоря, просто носитель языка не владеет и не силен. Итак, мы зарегистрировались на этой платформе, посмотрели, какие же цены устанавливают за свои уроки другие преподаватели. И скажу вам честно, что поначалу я поставила минимум, потому что я вообще не понимала, как все это действует и как это происходит. Сейчас я на этой платформе работаю уже третий год, и стоимость моего урока увеличилась по сравнению с начальным больше, чем в 2 раза. Увеличить стоимость своего урока можно в любой момент, всегда по желанию самого преподавателя.
Так, это не мой слайд, это другая Нет, платформа, я это та думаю. же. Я включила просто два слайда, когда я А, нет, это... готовилась тоже. Надя, ты... Все, давай дальше. Хорошо. Понятно. То есть это все оттуда же. Итак, и ученик увидит всю информацию обо мне как об учителе. Он увидит мою презентацию в форме видео, где я предстаю во всей своей красе. Я обязательно говорю на немецком языке, чтобы он мог оценить мою манеру общения, мое произношение. И ученик увидит отзывы, которые уже есть от других учеников. Вот тут есть небольшая сложность для начинающих, потому что отзывов поначалу у вас не будет. И, к сожалению, загрузить уже имеющиеся у вас отзывы с других платформ, допустим, такой возможности iTalki не представляет. Но все дело времени, все это нарабатывается. Скажу честно, первого ученика я ждала около месяца, может быть, чуть меньше. После того, как у меня прошел первый урок, второй урок, после каждого урока ученик оставлял небольшой отзыв, стало намного легче. Человек ищет учителя, он смотрит, ага, у него уже есть хорошие отзывы, пока что цена еще тоже невысока, почему бы и мне не попробовать. И вот за счет этого можно начинать развивать... Так, что-то зависло. Я тоже вижу, что... Может быть, стоит просто перезагрузить. Итак, я открываю расписание, в котором я зелеными полями отмечаю, в какие дни и в какое время я готова работать. Ученик смотрит, потенциальный пока, да, угу, вот это время мне подходит, и он бронирует это время. Вот вы видите, что там, где уже черточками заштрихованы это поля, значит, этот урок уже забронирован. Мне на e-mail приходит сообщение, я принимаю этот запрос, и мы с учеником уже, собственно говоря, назначаем свидание. Я со счета ученика блокируется сумма, равная стоимости моего урока. И после того, как урок уже будет проведен, эта сумма попадает на мой счет. И дважды в месяц с этого счета на мой счет либо в PayPal, либо в Payoneer эта сумма переводится, и потом у меня уже есть возможность перевести эти деньги на Сберкарту и обналичить их. То есть финансовая проблема вот на этой платформе iTalki, она, в общем, не проблема совсем, и все вопросы решаются без моего вмешательства. Я получаю вот такую информацию об уроке. Вот здесь был забронирован пробный урок на 30 минут. Да, мне пишут, в какой день, в какое время. И я узнаю скайп ученика, и все. И уже помимо iTalki мы связываемся с учеником просто по скайп и начинаем проводить урок. Итак, мы встретили друг друга в скайпе. И вот тут у меня начинаются первые трудности. Во-первых, у каждого ученика, с которым я встречаюсь, есть индивидуальные запросы. Это совсем не то, что работа в школе, когда к нам приходит класс, у нас есть урок, у нас есть учебник, программа утвержденная, мы работаем. Тут каждый приходит со своими индивидуальными запросами, и я должна быть готова эти индивидуальные запросы каким-то образом удовлетворить. Что мне делать в этой ситуации? Правильно, учиться. Если ученик хочет сдавать языковой экзамен, я должна слазить на сайт этого экзамена, узнать структуру требований. Если ученик хочет снять свой языковой барьер, я должна найти упражнения, которые помогут ему это сделать. Соответственно, да, поначалу готовиться к урокам приходится долго. Но если вы делаете это с интересом, а я думаю, что все здесь собрались люди увлеченные и заинтересованные, это стоит того на самом деле. Затем, проблема учебных материалов. Про школьные учебники, которые у меня были, я благополучно забыла. Мне нужно было уже осваивать новые учебники, учебники, рассчитанные для взрослых, учебники, рассчитанные для тех, кто переехал жить в Германию и так далее. Да и не только учебники относятся к учебным материалам. Все это пришлось искать и находить.
технические моменты. Очень быстро я поняла, что Skype далеко не всегда соответствует моим ожиданиям, и я столкнулась с такими проблемами, как, допустим, мне показать ученику текст и подчеркнуть в этом тексте что-то, то есть выделить, да, фрагмент текста. Или как я могу, ну, если сейчас, да, в обновленной версии эта возможность есть, то был период, когда невозможно было в Skype совместно прослушивать текст или просматривать видео. Как мне это нужно было сделать? И вот тут я начала шерстить интернет в поисках каких-то курсов, на которых я могу этому научиться. К счастью, я натолкнулась на курс Нади Блуст, про который уже Наталья все так хорошо и правильно рассказала, полностью поддерживаю. Это было для меня очень сильным толчком в моем развитии как учителя онлайн. Итак, учиться, учиться, еще раз учиться. Итак, я со временем поняла, что Skype – это не приговор. Итак, на курсе у Нади мы научились работать с Adobe Connect. Это та платформа, на которой сейчас проходит вебинар, и где-то полгода я работала на этой платформе. На данный момент я уже перешла на Zoom. На самом деле это классная альтернатива Skype. Да, для того, чтобы адаптироваться и привыкнуть, и сориентироваться, потребовалось время. Да, потребовалось заплатить небольшую сумму за вебинар у коллеги, которая уже хорошо владеет этой программой, но это того стоило, и действительно, настоящая интерактивность и моя свобода в выборе материалов и в организации материалов, это все обеспечивает мне Zoom. Пробовала работать на Hangouts в Гугле, как запасной вариант пару раз срабатывала, но быстро поняла, что для меня это, ну, слишком сложно, слишком запутанно, ну и потенциал, наверное, может быть, не весь изучила. Пробовала, но все равно проходила через этот этап. Затем попробовала, тоже где-то полгода работала на платформе Mirapolis. Это тоже вебинарная комната, в которой я организовывала пространство для уроков. Но потом нашла еще одну платформу. С каждым днем появляется что-то новое, и нам приходится держать руку на пульсе. В данный момент в качестве вебинарной комнаты я часто использую вебинар FM. Вот Mirapolis и вебинар FM платформы платные, но цены достаточно умеренные. А мы, как учителя онлайн, можем себе позволить создать пространство, в котором нам и нашим ученикам удобно и эффективно работать. Мало того, я поняла в ходе работы, что просто перелистывать презентации, странички в презентации PowerPoint – это совсем не интерактивность. А интерактивность – это нечто другое. Это то, где мой ученик становится активным, а не там, где я кликаю по кнопочке. И тут вот как раз пришлось осваивать программы Quizlet, то, о чем говорила Надя. И спасибо ее сообществу, нашему сообществу, да, в котором коллеги рассказывали нам об этом и делились тем, что они уже наработали, и рассказывали о том, что есть этот потенциал. Если бы я оказалась в просторах интернета абсолютно одна, я не знаю, сколько времени мне потребовалось бы, чтобы дойти до всего этого. Learning apps, это же просто кладезь для любого учителя, не только для учителя иностранного языка. Powtown научилась делать какие-то элементарные, примитивные, но мультики в качестве объяснялок, чтобы на уроке не просто я сидела и объясняла грамматику, да, а вот то, что называется наглядностью в прямом смысле этого слова, тоже пришлось это освоить. Kahoot – замечательные интерактивные игры для наших мобильных устройств. Это то, что помогает сделать урок действительно продуктивным и эффективным. Ну и последнее мое открытие – это PowerPoint в его новом статусе, не просто как презентация, а инструмент для создания настоящих речевых и языковых игр. Там, где мы создаем просто порой то, что мы не могли себе даже представить, невероятные вещи. И благодаря iTalki я работаю в основном со взрослыми. Учеников детей у меня осталось не так много. На iTalki, кстати, я не сказала об этом, в основном взрослые. Играют с удовольствием, поверьте. И если вы делаете, если вы какой-то материал несете с радостью своим ученикам, неважно, какого они возраста, они этот материал с радостью примут. И многое-многое другое, сколько еще предстоит учиться, не знаю, и понимаю, что есть риск пропасть поодиночке. Поэтому вот совсем недавно создала группу ВКонтакте, где делюсь своими наработками, своими презентациями в PowerPoint.
Приглашаю всех, понимаю, что далеко все еще от совершенства. Это мои первые шаги, пока только учусь. Ну, это начало, первые шаги тоже надо делать, чего я вам всем искренне желаю. Не бояться делать эти шаги. Поверьте, мы все не одни здесь. Мы открыты к общению, готовы отвечать на любые вопросы, готовы помогать друг другу. Ну вот, собственно говоря, наверное, и все. Еще раз спасибо, Надя, за возможность выступить, за возможность послушать тебя, за возможность общения. Вот этого мне больше всего не хватает в работе онлайн-преподавателя. Вот это посидеть в учительской, обсудить проблемы, а может быть, просто поболтать. Благодаря вот таким сообществам эта возможность у нас появляется, и это здорово. Спасибо всем большое. Ну, помаши нам ручкой. Вот совсем забыла правильно подключить. Машу. Ну, не подключила же видео. Смотри, совсем все забыла. Конечно. Ай-яй-яй. Я его включила в начале, а потом, когда я вылетела из компьютера, да. И потом уже начала суетиться, конечно. Естественно, и забыла включить второй да. раз. Простите, пожалуйста, видите, больше а так не буду. Юля думала, что она перед вами, и все ее видят, а ее не видели. Да, а я-то красиво да, так говорю, да, эмоционально, да. С мимикой, вот с это жестикой. Тоже наше, это мы должны... Ну, я думаю, согласна, что да, согласна. Спасибо, Юлия, за твои добрые слова. Юлия отключает свое видео, а я похвастаюсь. Мы с Юлией вместе создаем сейчас курс интерактивных презентаций, который тоже стартует 9 сентября. И все преподаватели научатся делать такие же классные презентации, которые мы для вас готовим как небольшой курс в течение месяца. Далее, да, обязательно спасибо. Мы похлопаем нашей Юлии для этого. Для этого Юлия сейчас дает свою ссылку. Хорошо. Мы похлопали, все знают уже, где хлопать, молодцы. Да, и наш курс с Юлией и с другой коллегой, которая будет курировать его, начнется 9 сентября, и все это будет в нашей группе Deutschlehrer, да, для учителей немецкого языка, хотя эта группа будет для всех. Итак. Юлия коснулась профессионального сообщества Italki, которое находится в Берлине и существует уже тоже восьмой год. Я сейчас назову пару сообществ, а вы пока смотрите, наблюдайте за ценой, за фотографией, как себя представляют, и подумайте, почему у Бенедикта Вагнера стоимость урока 5800, а у Марии... которая может быть в Англии, 2000 рублей. Да? Наблюдаем. Дальше. В сообществе, где мы себя презентуем, такое как Буки, это в Украине, смотрим, что наши коллеги предлагают себя за 200 гривен в час. Вот сообщество Верблинг, которое активизирует и работает только благодаря, как Юлия уже сказала, handout. И они также, на эта компания, они сейчас позиционируют себя как предлагающие уровни, на все уровни языка разных языков, и английского, немецкого, и русского, как иностранный. И требованием в этой платформе, так же, как и во многих, является видеопрезентация, представление себя. Обратите внимание, как, сколько уроков уже дали эти коллеги, да, то есть если вы будете нарабатывать свой опыт, он будет расти. Дальше, вы даете свое свободное время, в зелененьком это обозначено, у каждого своя видеопрезентация, и мы посмотрим пару пунктов, что важно. Ссылки, я напоминаю, я дам сегодня еще раз также в группу, просто сейчас мы не будем отвлекаться. Вот видеопредставление. Что важно в вашем видеопредставлении? Обязательно не на кухне или не в парке, где есть другие шумы, а вот как сделала Габриэла, и вы потом, нажав на слово «видеопредставление», увидите. Но самое интересное, я вот хотела вам посоветовать, когда мы кладем, ставим перед собой микрофон, я иногда петличный надеваю, я его приобрела специально,
да, не встроены не в камеры компьютера, это называется встроенный микрофон. Мы говорим о себе подготовленный текст. Обязательно подготовленный, без «э» и без больших пауз, да? Далее. И этот текст стоит перед глазами, и глаза должны быть на уровне камеры. И когда вы посмотрите на эту Габриэлу, я сразу определила, что она читает текст. Она напряжена, но у нее голос располагает. Она очень красиво говорит. Посмотрите, обратите внимание на цену ее урока. 27 евро 47. Конечно же, и эти платформы берут тоже процент с оплаты за уроки. Да? Далее. Ну и, конечно же, в течение всего этого времени, уж полутора минут, мы можем улыбаться, как сделала сейчас Юлия, и вот как я улыбаюсь уже более часа. То есть это должно войти в привычку, да, потому что нас оценивают и нас тоже выбирают. И ваше видео, когда вы сделаете профессиональное видео, мы загружаем на канал YouTube, который есть у каждого, у кого есть адрес gmail.com. Вот еще, пожалуйста, смотрите, как они себя представляют. Они пишут, из какой страны, сколько они часов провели. Посмотрите, эта Габриэла уже дала 619 часов. Я, например, предположительно знаю, что у меня более 2-3 тысяч часов, но это нигде не обозначено, и, к сожалению, я не могу этим похвастаться, то есть доказать. А если мы работаем на платформе, то это можно сделать. Далее. Итак, цена ваших услуг. Ну вот, кто-то догадался, из какого это сайта, я не буду это сейчас говорить, да. Мы предлагаем, цена варьируется в различных регионах России, вы это знаете, от 300 рублей, это самая минимальная цена, я считаю, что это даже уровень студента первого курса, до средняя цена сейчас по России это 900 рублей, хорошая приблизительно это 1200, очень хорошая это 2000 рублей, но мы должны знать, если мы идем в компанию, которая представляет наши услуги, то она забирает иногда 30, а иногда 40%. Поэтому вы должны позиционировать себя как высокий профессионал. И поэтому цена вашего урока, чтобы зарабатывать дополнительно в месяц такую же зарплату, как в школе, а мы знаем, что средняя зарплата в школе 17 500. Понятно, спасибо, Юлия, 15%. Российские компании некоторые берут за 2 урока, за 3, да, и предполагают, что этот ученик останется у тебя на год. Но это не всегда так. И один ученик, последняя у меня ученица там, например, была 50 часов, да, и потом мы с ней расстались, она переехала жить в другую страну. Но некоторые берут только 10, и поэтому ваша услуга должна быть продумана. И если вы себя хорошо представили на нейтральном сайте, не принадлежащем платформе, то вы себя хорошо можете продать, никому не платя. Да? Чтобы заработать вот эту цену от 2000 до 5, как у этого Бенедикта, нужно поработать, нужно быть настоящим профессионалом. Ведь она, эта цена складывается из вашего опыта, из опыта работы, конечно же, онлайн. А также, если вы участвуете, например, в международных конференциях, которые мы проводим каждый год, 7 лет мы проводим эту конференцию Дафлера онлайн, а у англичан, да там море этих конференций, в которых вы имеете возможность принять участие, да? Поэтому, если вы также убеждены в том, что нужно приняться за дело, то разрешите мне рассказать вам пару слов о этом курсе онлайн. Да? Сначала я покажу вам, что вот эти коллеги из Германии, Венгрии, Греции, Румынии, России и не Алжира, не Алжира, а Каира, это у нас Египта, закончили вместе со мной этот курс. Мы вместе прошли и вместе сотрудничаем. Я вам рассказала про Барбару, у которой канал на 61 тысячу коллег, учеников, и которая зарабатывает только благодаря, то есть один из источников дохода – это канал YouTube. Или вот наша Юлия, которая работает на платформе Italki.
Или Наталья, которая работает в одной из школ, и вот мы вместе создаем сейчас свои курсы, свою деятельность, да, для того, чтобы быть независимым. И, как я вам обещала, все ссылки я дам, да, и проводить вот такие профессиональные уроки на профессиональной платформе. Что же мы будем делать на этом курсе? Я вам расскажу ганц-курц, совершенно совсем кратко. А более подробно у нас сегодня будет в моей группе в качестве предложения пакетов про этот курс. Итак, чтобы овладеть профессией онлайн-учитель, я предлагаю вам войти в двухмесячный курс, который в 12-й раз стартует 9 сентября. Вот коллеги из России, которые принимали у меня участие, они понимали, что наш язык, развитие языка, профессионального языка должно быть все время быть на уровне. И когда ты с другими коллегами из разных стран, Венгрии, Германии у нас были и Египта, ты должен говорить, чтобы тебя понимали. Вы понимаете? И поэтому этот курс, как я уже сказала, 9 сентября будет стартовать в 12-й раз. 7 недель мы будем тренироваться до 21 октября. В этом курсе каждую неделю будет даваться одна тема и маленькие подтемы, и потом мы будем тренироваться. И я, как тренер, буду вас сопровождать. Всего 6 вебинаров, а 7-й это будет открытый урок онлайн, куда вы, уважаемые коллеги, будете приглашены как гости, которые будут смотреть, как проходит этот урок. Поначалу всех берет страх, оторопить, о боже, я буду выступать. Но когда мы постоянно тренируемся в течение 7 недель, этот страх уходит. Конечно же, он остается перед камерой, да, какие ученики придут, но этот барьер я постоянно пытаюсь снять путем постоянной тренировки. Это значит, что мы тренируемся в течение недели парами, иногда вчетвером, но парой лучше, на платформе Zoom, да, вот как здесь, например, Юлия там сидит, и Наталья, и Нашва из Каира, и Мелинда из Венгрии. Так, далее, у каждого будет возможность тренироваться в паре, а также получить индивидуальную консультацию у меня. У вас будет закрытая группа ВКонтакте. Наша группа не будет больше, не думаю, что будет больше 10 человек. Самая большая группа у меня была 7 человек, 6-7 человек. А так приблизительно 4, 6, 8, да, 8 тоже было. Хорошо. Далее, все видеозаписи вебинара, потому что это живой вебинар, да, это не видеозаписи, которые вы покупаете у различных коллег, это живой вебинар, это тренинги всю неделю, это практика в течение 7 недель. И мастерам я в качестве бонуса предлагаю материалы 5, 10 и 7 классов сразу, чтобы преподавать. Эти материалы куплены мною, и я вам их подарю. Вот, например, как Ирина, которая сейчас в Германии, показывает, как она дает урок по теме «Мы идем в зоопарк». Далее. Итак, мы узнаем, как можно работать на профессиональной платформе. Мы с вами будем создавать настоящие интерактивные презентации и апробировать их на платформе Zoom и также на Adobe. Вы сможете проводить вебинары так же, как и я вам буду давать эту возможность, потому что моя платформа, она оплачена мною, и эти деньги я зарабатываю. То есть я вкладываю в свое рабочее пространство, как сказала Юлия, и это совершенно верно. Далее, мы научимся с вами преодолевать технические трудности. Их не будет, потому что я объясню и дам вам этот навык, да, и вы будете тестировать это на платформах. Ну и как экзамен у вас будет свой открытый урок с совершенно незнакомыми учениками, но мы продумаем до мельчайших подробностей каждый шаг. Ну и, конечно, вы сейчас спросите, а что это стоит? Я сейчас вам скажу цену, и
Для сравнения приведу пример, сколько я за это заплатила в течение этих 10 лет за свое образование. Эта сумма давно уже перешла 2-3 тысячи евро. Курс сейчас онлайн-тренер стоит от 1,5 тысяч евро. Мы знаем, сколько это в рублях. Я же вам предлагаю, как самым уверенным, мотивированным коллегам, пакет ученик, пакет мастер и пакет VIP. VIP – это значит, что в любое время дня и ночи вы можете тренироваться с тренером. Итак, ученик пакет, когда он присутствует на всех вебинарах, получает видеозаписи, но не обязан сдавать домашнее задание, и тренер не проверяет ученика. Самый распространенный – это наш курс, который вот стоит 18 900, и все эти года, поверьте мне, все эти года он стоил одну и ту же цену. То есть я веду этот курс с 2010 года, 8 лет, он стоит одну цену. Сегодня я предлагаю до 1 сентября, потому что наш курс начинается 9, за 14 900. И, конечно же, его можно заплатить половину, то есть половина курса за 3 недели и половина до 1 сентября. Ну и VIP, это у меня два места для двух коллег, которых я буду сопровождать. И более подробно вы прочитаете об этом сегодня у нас на сайте, появится в товарах. И я считаю, что за 10 лет моего опыта, за тот, который я хочу вам передать, за эти 7 недель и курировать вас дальше, и предлагать работу с международными группами, это стоит того. Да? Я на этом не хочу завершить. Я хочу вам сказать, что мы не прощаемся. Мы работаем дальше в режиме онлайн. И если вы решитесь работать вместе со мной, вы будете такими же мастерами своего дела, как Наталья, как Юлия и как все другие коллеги, которые в нашем сообществе преподают онлайн. Так, и на прощание я хотела бы вам, ну давайте вот здесь напишем с вами пару своих идей. Какие идеи из тех дней, которые мы провели вместе с вами, вы возьмете с собой, вы можете написать в тексте этого часа. Какие вопросы и темы остались у вас непонятны, вы тоже можете здесь написать, и я отвечу на них с большим удовольствием в частном образе или мы поговорим. Если вы решитесь принять участие в нашем курсе, он начинается 9 сентября, и до 1 сентября вы имеете возможность оплатить этот курс по сниженной цене, а с 1 сентября он будет стоить в нормальной цене. Потому что, повторяю, если вы найдете такой же курс, как предлагает Надежда Блуст, я отдам вам все деньги. Хорошо? Я благодарю вас за внимание. Мы встретимся с вами в режиме онлайн.